Это мои любимые места. Смотрите, ресторанчики, их очень много. Здесь, возле морюшка, видите, мои друзья. Что я хочу сказать? Очень жарко, ну и не знаю, сколько времени, мои друзья. Здесь можно очень вкусную рыбку покушать. Мы здесь, я не помню, в каком ресторане, где мы здесь гуляли. Где камин, там огромные танцы, музыка. Где-то здесь, блин, оглохнуть можно. Что я хочу сказать, забыла, с головы вылетела. Здесь очень полно, проходите вот таких мимо витрин, что можете заказать себе рыбку, какую скажете, какую выберете, и вам приготовят. Смотрите, как кафешки полно, рестораны, цветочки мои любимые. Видите, их я сзади показываю, спереди их сколько много. Но мы идем гулять, а потом будем кушать под вечер рыбку. О, какая огромная. Я не знаю, что я хочу, мои друзья. Здесь очень современных много людей. Я не знаю, местных, наверное, жителей или... Ну и, естественно, этих много иностранцев, да? Как по-ихнему говорят японцы. Но что я вам хочу сказать? Здесь пофиг, как ты одетый, кто как хочет, так себя отдыхает. Но, в принципе, в нашей стороне, где я живу, то же самое. Все по-европейски. Смотрите, какие веночки, шляпки. Бекрекималь. Шляпу посмотрю еще. Мне не ношу, но все время мне надо. Я снимаю Москву. Толпы людей, мои друзья, дышать невозможно. Жарко, блин. Это блузочка, она широкая, прозрачная. Пришлось одеть топик под низ. Видите? Ажурная. Это боится меня потерять. Ой, мои любимые цветы. Кимай! Почему в Стамбуле нету этих деревьев цветов? Почему? Наверное, климат не подходит. Смотрите. Боже ты мой! Боже, как красиво! Боже! Смотрите, их тут столько много здесь, ну, имею в виду здесь и на острове. Наконец-то одну скамейку нашли возле моря, все забито. Смотрите, что я хочу вам показать, как люди отдыхают на природе, все как красиво, да? Представляете, мои друзья? Ой, наконец-то возле моря нашли одну эту... Считайте, как люди красиво отдыхают. О, плавают. Сейчас пойдем дальше, чуть отдохну. Ой, чуть не упала. Как люди отдыхают. И смотрите, как купаются. Девушка как плавает. Как плавают, прыгают. Сейчас мы пойдем. Кемаль уже туда впереди пошел. Главное, не умеет плавать, воды боится, но пошел туда. Сейчас мы где-нибудь присядем на камни. Это круто, да? Плавают где удобно, где могут люди, а что делать? Даже и местные, зачем далеко идти, может, рядом здесь живут и плавают себе. Людей очень много. Напротив кафетерии, пальмочки, цветочки. Девочка в маечке, ну, пришла, наверное, без купальника. Очень много людей отдыхают. Я вам... Смотрите, какие раздетые ходят. И купается очень много. Куда? А вот здесь сходят. Видите, можно здесь сойти. Здесь везде купаются. И на той стороне полно народа плавает. А где Кемаль девался? А вот он.
Такой теплый ветер, радостно. О, как на лодке плывет, смотрите. Вот это круто. О, молодцы. Здесь спокойно можно загореть, мои друзья, потому что, говорю, очень жарко, солнышко печет. Я не знаю, почему я не так купаться, потому что, я говорю, это утром надо приехать. Человек пока доедет, я устала. Это надо снять здесь номера хотя бы на 2-3 ночи. И так вот, надо, чтобы у него, у Кемаля нашлось время, да, и вот так сюда приехать. Тогда другое дело. Я что-то так не знаю. Купаться и так устает человек, пока это самое, считайте, пока сюда это. Волны такие сегодня, смотрите. Есть пляжи много. Сейчас попробуем поискать. Это мои видео будут такие для вас. Как я отдыхаю, как я провожу время в выходные. Смотрите, как пожилые люди красиво плавают. Наверное, муж с женой, да? Как он ее на руках держал, мне неудобно было включить камеру тогда. Мало ли что людям по ней понравилось. Круто. Вода чистенькая такая вообще. Вода. Как ее опять держит, смотрите. Молодец. Молодцы люди. Как на лодках здесь красиво плавает, мои друзья. Очень много народа на улице идет и пешком, и на велосипедах, без футболок. Здесь чувствуешься как в своей тарелке. Очень много раздетых в шортиках. Мужчины без футболок там очень много есть. Купаются, плавают, загорают. Да вообще, что еще надо? Но есть, конечно, и закрытые. Вот мимо проходит. Очень много можно где покушать. Ага. Пойди, Ладжак. Ой, как я устала, такая жара здесь. Я иду шляпу, наверное, себе покупать вторую, потому что это самое очень жарко, что здесь. Очень много народа, мои друзья. И здесь продают такие сумочки по 6 лир, веночки по 5 лир, эти чанты, сумки по 10 лир, пляжные шляпы. Но они здесь какие-то, никакие эти шляпы. Хотела себе взять. Сейчас пойдем еще по городу будем гулять. Кемаль зашел что-то попить, купить. Вот смотрите, в кафе, да, возле моря, допустим, здесь дешевле. А возле моря, если вы хотите кушать, будьте готовы оставить кругленькую сумму. Потому что мы пили только кофе, можно сказать, капучино. И одна фанта обошлась 25 лир. Это не дешево. Что, мои друзья, ищу я здесь. Вот Кемаль идет здесь. Ищу я здесь себе шляпочку какую-то хорошую, но они какие-то не какущие. Если вы хотите кушать, то кушайте где-то в таких вот кафешках, да? Вот как сзади меня, их полно где-то чуть в городе.
на море, вы заплатите кругленькую сумму, потому что мы на море были в кафе, простом вообще кафе никакущее. Просто устали очень. И мы заплатили 25 лир за кофе, даже капучино. И это самое, и одна фанта, мои друзья. Так что слушайте лучше где-то дальше. Проходим мимо домики, все в цветочках. Ну, старые домики, я не знаю, мои друзья. Так красиво здесь эти деревья, в тенечек немножко есть. Смотрите, какие цветы на балконе, как их много. Что я хочу сказать. Гуляем, просто по городу гуляем, ищем, где такси взять. Очень жарко, нереальная жара. Надо в какой-то парк где-то на море в тенек, потому что жара невыносимая, мои друзья. Фу. Что, мои друзья, прогулка большой, да нет. Такси такое. Смотрите, я себе платье купила, мама. Как у меня блузочка. Это платье 45 потом. Потому что я одела брюки, очень жарко. Мы сейчас гуляем, едем. Привет. Ой, цветочки какие. Сейчас буду вам снимать. Смотрите, какое я себе платьечко модное мое купила. С подкладкой не подсвечивает. Какое такси раньше в балконе, сейчас такси. Здесь едем, мои друзья. Цветочки. Это хоть быстрее едет. В прошлый раз мы ехали на таком же, оно вообще, мотор видно слабый был. И оно не могло ехать вверх. Ой, какие домики. Кемаль показывает, чтобы я карту поворачивала, мои друзья. Моречко видно. Кемаль подальше от магазина. Раз в год одену, но все равно держать себя, что делать. Ой-ой. Боже, какой мы красоту проезжаем. Дорога хорошая, смотрите, но я не знаю, что оно трясет. Наверное, вот это такое еще. Маленькие колеса. Смотрите, ровная дорога. Ой, как красиво. Мы едем наверх все время. А потом я надеюсь, что мы будем гулять. Боже. Маску свою потеряла, нафиг от меня нужна, найду. Тянет и этот. Они говорят про дома, сколько стоит аренда, сколько продать. Мой постоянно интересуется. Туиш келмеди, хайди, хайд бар бурда, туиш келмеди. Енеси чок хаймак мы? Бараш, бараш, туиш тоқ, бурлар хэп ерлиси ян. Чем ерлиси? Здесь, на этом острове, мои друзья, ближе, этот, как его, море, вот прямо за
чувствуется такой, знаете, запах рыбки, что близко все. Ой, море прямо за домами. Это, короче, такси стоит 50 лир, чтобы вы знали. Должны это было? Ну что, ну говорю, вам надо, но чтобы покушать, 300 лир. Я знаю, где покушаете за 100 лир, вряд ли. Мы мне купили инжир, водички, я не знаю, что я хочу. Инжир я там на... Ой, какой парк! Здесь. Смотрите, как мы катаемся. Ой. Представляете, кивали выше, поэтому машина не тянула вверх, меня одну.